Всем привет! С вами снова интернет-магазин ToCamp на нашем канале. Меня зовут Арсений. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию новинку на нашем сайте. Держатель для спиннинга DJ-001. Все, наверное, давно знают о таких универсальных креплениях от компании Scotty. Это немножко другой вариант, более дешевый. Это китайский аналог, который, как скажем, вам также функционален и также удобен в обращении, как и всем известный бренд. Что у нас входит в комплектации? В комплектации у нас входит непосредственно сам держатель, у которого есть поворотный барашек, который фиксирует достаточно жестко все это. При ослаблении мы видим многопозиционную трещотку, которая не даст спиннингу, держателю наклониться не в ту сторону, которая вам не необходима. Есть установочный блок, который устанавливается на банку на сиденье. Для этого вам понадобится в сиденье просверлить как минимум 5 отверстий, точнее одно большое отверстие под сам крепежный блок, чтобы его вставить в сиденье, после чего крепление держатель устанавливается. У него есть специальный шпунт, который вы можете ставить только в нужном положении. Это сделано для того, чтобы после того, как вы повернете ваш держатель для спиннинга, он мог выпасть самопроизвольно. Это выглядит приблизительно вот так. А так, тут, насколько я помню, порядка 12 положений поворотных. То есть любое положение жестко фиксирует держатель для спиннинга у вас на лодке. Также в комплектацию идет держатель, который устанавливается на рейлинге поручни, состоит из двух частей. В комплектацию есть болты, которыми стягивается этот установочный блок. Весь остальной функционал точно такой же, как и у основного базового блока. То есть через шпунт главное попасть в него. Также все 12 положений жестко фиксирует ваш держатель для спиннинга в своем гнезде, скажем так. Гнездо сюда вставляется ручка, а здесь наверху у нас катушка. И на конце у нас есть такая вещь, которая фиксирует спиннинг. То есть, если даже у вас поймалась крупная рыба, она при всем желании не выдернет отсюда спиннинг. То есть вы поставили удочку, спиннинг, зафиксировали кольцом и просто ждете, наслаждаетесь жизнью. Очень удобны такие приспособления для троллинга на лодке. В принципе, для этой цели они и были разработаны. Интернет-магазин только продолжает работать над своим каналом, дополняет каждый день новыми видео. Подписывайтесь, следите за новинками. Меня зовут Арсений. Рекомендую.